Каждый год в первый день лета отмечается большой праздник – Международный день защиты детей. Для маленьких жителей региона на площади Марат-Сей сегодня устроили праздник счастливого детства с аттракционами, играми, концертом и выставкой аварийно-спасательной техники. Красавец, все. Красавец, да? Космонавт. Давай, иди сюда. Самая популярная площадка детского праздника – та, на которой можно попробовать вещи, недоступные в обычной жизни. Маленький Олег примеряет экипировку пожарной охраны. Дышать в ней сложно, признается ребенок, но мальчишку это не останавливает. Профессия нравится. Да, мечтаю. Все, ждем тебя тогда в наших рядах. Подрастай. Покрутить, повертеть и вообразить себя героем-спасателем. Такую возможность малышня региона имеет на выставке аварийно-спасательной техники. У каждого мальчишки здесь уже есть свои любимчики. Водяной автомат. А зачем он такой нужен? Чтобы пожар тушить на воде. Сегодня детей приобщали не только к профессии спасателя, но и к зеленому движению. 1 июня по всей стране стартовал Всероссийский детский экологический фестиваль. Первым его мероприятием стала тематическая акция. Вы знаете, в какой вы акции участвуете? Она называется «Салатовая ленточка». Ее нужно привязать и посадить цветочек. Организатором акции выступил Росприроднадзор при поддержке фонда «Экокультура». Во всех регионах нашей страны организаторы раздали более 1 000 000 комплектов салатовых лент и семян нежного цветка нигелы дамасской. Салатовая ленточка является это как бы символ того, что ее владелец участвует в зеленом движении, а семена – это начало жизни, в гармонии с природой. В адрес виновников праздника сегодня звучали и слова поздравлений. Главное, что желали детям, это, конечно, счастье, ведь счастливое детство – это счастливое будущее любой страны. Счастье, здоровье, слушаться родителей, хорошо учиться. Всего самого лучшего. Самого хорошего настроения, чтобы они провели этот день очень хорошо. Чтобы у вас было больше счастья, здоровья и успеха в жизни. Удачи, счастья, очень хорошо учиться в следующем году. Быть счастливыми. Да, чтобы все были живы-здоровы. Съездить этим летом куда хотели. Хорошо отдохнуть. Я пожелаю, чтобы они были всегда здоровы, чтобы всегда светило солнце на их пути, и все было у них хорошо. Желаю всем здоровья, не болейте, учитесь хорошо, год закончил учебный. Значит, нужно на каникулах набраться сил, набраться хорошего настроения, и с сентября начнем снова учиться. Так что и детям, и родителям желаю всем счастья и здоровья. Отмечу, что сегодня в Ненецком округе проживает 11 781 ребенок, и каждый из них имеет право на счастливое детство. Ирина Цепетова, Антон Бодряков, телеканал «Север».